Эй, тусовщики! Выпьем за школу Хилимонтай. Там мы начали веселье, а сейчас мы здесь. А сегодня Микаса. Ну, то есть, вы знаете, что будет дальше. Вууу! Мы будем жить вечно! Ну, как же так все вышло? Поп-звезда, актер и знаменитый филантроп Ксавьер сегодня был найден мертвым. Его тело обнаружили на скале под его домом во время вечеринки после встречи выпускников. Это убийство. Что? Любой из вас может быть убийцей. Я хочу побеседовать с каждым. Что-то происходит. Каждый видит это по-своему. Мне нужны фильмы вашего разума. А видели ее волосы? Ага. Она будто жамкалась торнадо. Торнадо. Это волосы еврейки. Какой объем. Я хочу найти убийцу Ксавьера. Итак, вы все сегодня были на встрече выпускников. Зачем? Второй шанс? В жизни? В любви? В чем еще? Давай сразу перейдем к той части, где Аник напился. Я же историю рассказываю. Выстраиваю характер, динамику. Здесь все за что-то ненавидели Ксавьера. Он хуже всех? Ненавижу его. Фиолетовый пиджак. Ну зачем надевать пиджак, если ты не носишь зачем? Рубашку? Как будто ты хвастаешь, что у тебя нет на груди волос. Все думают, ты это сделал. Точно, все. Все только об этом и говорят. Прости, тебе-то совсем не смешно. Любой мог сорваться. Что? Кто? Не-не-не. Может, в убийстве признаешься? В прошлом это будет, когда мы найдем убийцу. Там? Все что-то скрывают. Что происходит? Боже! Идем отсюда. Но вы не знали, что он картонный, и все же снесли ему башку. Вот и помни об этом.